Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать небольшой домик у воды. А я вам еще хочу сказать спасибо, что вы подписываетесь на меня. Ну что, начнем? Первое, что мы рисуем, это линии рисуем горизонта. Вот эта линия первая, она будет отделять воду. Здесь ниже вода будет. Вторая линия, это трава здесь будет. А теперь мы рисуем дом. Это у нас такой вот скетч.